Сегодня зашла в русский магазин. Вот такой он огромный. Все здесь есть. Все на все случаи жизни. Захотел попить водички, пожалуйста. Захотел выпить пивка, пожалуйста. Вон сколько видов спаивает народ. Шучу. Вот. Рыбка тут всеразличная. Все виды рыбы, начиная от минтая и кончая салмоном. Салмон — это красная рыба. Семга по-русски, наверное. Вот такая красота здесь. Хлеба здесь всякого хочешь. И дрожжевое, и недрожжевое, и украинский хлеб, и белорусский хлеб. Какой только хочешь. Вот такая вот красота. Вот такая рыбка-то всеразличная. Вот такие сыры. Всякие разные. Ну, короче, магазин огромный. Вот такие вот еще сыры. На любой вкус. Тут и овощи. Тут и сливки. Тут и бананы. И все фрукты и овощи. Все, что хочешь. Все из всех стран мира здесь собрано. Так что покупай, не хочу. Вот такая вот красота. И хостовары здесь. И сосиски, и торты. И квашеное, и вяленое, и все различное. Вот такая вот красота. Так что были в деньги. Купить можно все, что хочешь. Я пришла за мясом. Хочу купить индюшки. Хочу купить курочку. И приготовить сегодня холодец. Тем более у меня через несколько дней день рождения. Вот, пошла выбирать мяско. Вот это здесь мясной отдел. Все, что ты хочешь, все и покупай.